Привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем. Что же нам пришло? А это вот такие коннекторы для любителей радиотехники, работы с проводами. Сейчас продемонстрирую, как коннекторы работают. Коннекторы для того, чтобы соединить два провода без скрутки. Значит, что для этого нужно сделать? Один провод зачищаем, вставляем. Да, и здесь, кстати, с условием, что провода могут быть разной длины, разной ширины. То есть в один мы вставляем провод там широкий, к примеру, зачищая его. В другой провод более узкий, зачищая его. После этого в этих местах, вот здесь и вот здесь, мы просто зажимаем плоскогубцами. Таким образом у нас скрутка, вернее, провода соединяются без скрутки с помощью зажима, и автоматом они с помощью вот этой пластмасски будут заизолированы, это соединение. То есть это быстро, удобно. Самое главное, и уже проверено временем, это надежно. Я себе здесь заказал вариантов несколько, и, видимо, китаец в одну упаковку все их упаковал. Также вот такие коннекторы заказал. Значит, то же самое. Здесь с одной стороны мы делаем провод, вставляем, зажимаем. Почему-то не наводится фокус. Есть. То есть ставили, зажали, с другой стороны у нас коннектор, который можно ставить и сюда в том числе, ну, в другой. Вот таким вот образом. То есть и тогда у нас будет идти такая вот связка проводов, которую можно в любой момент будет разъединить. То есть вытащили, разъединили. Одной рукой это сложно, конечно, делать. Сейчас попробую. Ну, а двумя руками я разъединил, пришлось убрать. То есть либо мы зажимаем навсегда в один, либо используем вот такой вариант, где мы зажали здесь, и вот у нас папа с мамой, где мы их подсоединяем, включаем, и в любой момент можем отключить. Вот такой вот пакетик, здесь их 50 штук, по-моему, стоит там что-то меньше 100 рублей. Всем очень рекомендую, ссылку на товар оставлю в описании. Всем спасибо, всем пока.